Ну так, ну ко мне в дом пришли мои друзья Максим, Василий и Илон Маск. И на нас нападают пришельцы. Сейчас мы на вас бросим сначала огню Гайгана. Опять будет сейчас киборга сбрасывать. Сбрасывайте. Ингидора пускай пока висит. Что это было? Вот он, этот киборг. Гайган. Но он все равно он не пробьет. Он пытается пробить, но у него ничего у него не получается. Он не пробил. Огонь! Так. Все, Максим убил Гайган. Получай. Все, дракона тоже убил. Ну, главное, мы сохраним с тобой спокойствие, Илон Маск. Я вот тут, как будто мы не шевелимся. Он намного он сильнее стал. Опа, Гайган. Я тебе пока не нужен. Буду я на кухне, хорошо? Так, ну был маленький перерывчик, потому что я включал я на Мехагодзиллу. А теперь бой. Мехагодзиллу обновили теперь. Я не помню, какую кнопку за кнопку отвечает. Их тут очень много, они тут все одинаковые. Что я точно я помню, надо на Гайгана на по голове попасть. Так. Вот это, по-моему. Да, звучи. Так, на всякий случай, он включает сразу же автопилот, все будет. О, папа! О. Он, ну, Гайган летает. Не улетишь. Гайган обновили же, и он теперь умеет он улетать. Снова на Гайган нападает. Надо что-то делать. Надо ему чем-то ему по голове ему попасть, и тогда он умрет, потому что это же киборг.
Все. Все, ну Гайган уничтожен. Ну, вроде, ну, всех мы уничтожили. Так что я чуть-чуть я пострадал, но ничего страшного. Давай, вставай на меха. Кинг Гидора. Они высылают. Пришлось удалить на Кинг Гидоре хвост, чтобы его сюда его спустить. Сейчас будет тут, ну, самая битва. Все, мы люди, ну, победили на этих обезьяноподобных пришельцев. Ура, мы победили. Ура, ура. Жалко, что наши друзья умерли. Но ничего. Ну, всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.